Помощь дольщикам. В Чувашии создадут региональный фонд защиты прав участников долевого строительства. Это поможет привлечь федеральное финансирование для завершения долгостроев. Проект закона сегодня одобрил Кабинет министров. Сейчас в Чувашии не могут завершить 3 дома. Один только начат в микрорайоне Соляное. 2 другие по Гражданской 6 и Калинина 83 уже возвели. Однако стройфирмы обанкротились, не введя многоэтажки в эксплуатацию. Эти дома включены в единый реестр проблемных объектов, а значит, можно рассчитывать на федеральные средства для завершения строительства. Согласно федеральному закону, урегулирование обязательств застройщика осуществляется фондом за счет денежных средств, предоставляемых публично-правовой компанией Фонд защиты прав граждан, участников долевого строительства. Софинансирование на завершение объектов 94% это средства публично-правовой компании, фонд защиты прав граждан, участников долевого строительства, и 6% это средства республики.